На дворе почти ноябрь. Если вы только сейчас задумались о бассейне фотосессии, самое время наверстывать упущенное. За идеями пришли в Екатерининский парк. Начинаем с обычной прогулки. Это стандартный прием для фоторазминки. Не нужно думать над позой или куда встать. Просто идите и любуйтесь красивыми местами. Остальное дело фотографа. Вот сейчас хорошо свет падает, отличный контровой. Тут такое вроде как бы обособленное место, оно без привязки к чему-либо. То есть деревца желтенькие, красивые, лавочка, вот фонарный столбик. Как бы простая, но симпатичная композиция. Идеальный фон для нежных фотографий – дерево в окружении опавшей листвы. Это беспроигрышный вариант. Осенние краски и мягкий солнечный свет сделают свое дело. Если идея кажется банальной, ловите такой ракурс. Что касается выбора одежды, в идеале использовать природные оттенки. В остальном пусть наряд соответствует вашему настроению. Сегодня оно с французскими нотками. Пирс, как одно из самых популярных мест для фотографирования в парке. Естественно, у каждого есть фотография на этом месте. Но мы сейчас постараемся сделать не как у всех. И лучшее время съемки в этом месте, на пирсе, это утро. Пока солнышко сзади, мягенькое, хорошо нам подсвечивает волосики, вот, не светит в глазки. Серия фотографий «Следуй за мной» несколько лет назад просто взорвала интернет. Автор проекта Мурат Осман. Уникальность снимков в ракурсе, с которого он делает свои фотографии. У этой серии до сих пор много поклонников. Но как тут не вдохновиться? Когда романтичные образы готовы, можно поиграть с другим жанром. Колоритное граффити на роллердроме точно разбавит вашу ленту. И вот таким нехитрым способом, присев на коленочки, мы получаем отличный фон.